Так, я сегодня в классной майке, поэтому мне кипарь нужен. Так, какой кипарь мне подойдет под майку? Может быть, но нет. Светланы. Нет. 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 Может быть, может быть. Или бородач. Так, попробуем. Уля, нормально, да? Отлично. Начинаем. 9 декабря. Так как я в майке, которую подарил мне Кент, который приедет сегодня, это, кстати, официальный мерч Радио Тапка. Я не фанат Радио Тапка, но вот есть такая маечка. Вот, поэтому я буду в начале сегодня в кепке. У меня уже 3 часа дня. Через полтора часа приедет Кент. Мне сейчас надо будет собраться поехать до клиентов. Там ненадолго, минут на 10-20. Что-то им там не получается. Вот, друзья, если есть, а есть, я знаю, владельцы PlayStation 5 среди зрителей, у меня к вам вопрос. Можете ли вы подсказать? У меня в God of War Ragnarok, когда я с аккаунта выходил, удалились сейвы, где игра пройденная. Вот, и я их не могу найти, PlayStation Plus не был куплен. Вот, поэтому облачного сохранения не было, потому что PlayStation облачные сейвы... Сейвы. Да, и облачные сейвы работают только когда у тебя куплена подписка. Это очень странно. Я как пекарь и Габен, молодец, в Стиме облачные сохранения, все работает, все отлично. Но на PlayStation почему-то за это надо платить. Вот, вопрос такой. Если с этой консоли был сделан выход и обратно я вошел в свой аккаунт, сейва нет, можно ли как-то его восстановить? Как-то найти? Я просто что-то не понял, не нашел. Может, есть какой-то супер скрытый метод? Вот, подскажите мне, пожалуйста. Ну а вообще получается вот, God of War пройден на 100%, сыграно 33 часа, достижений там 16 из 36 получено. Нажимаю продолжить. Вот, в загрузке игры были вручную сделаны сохранения, но здесь сейчас сохранение, которое я сделал. Когда нажимаешь продолжить, запускается ну, то, что я сейчас играл. Вот, запускается то, что я сейчас играл, это, по сути, начало игры. Вон, я там первого уровня еще, не прокачанный. Вот, а если начать новую игру, то даже новой игры плюс нету. Хотя игра пройдена. Вот, и у меня вот вопрос, можно ли как-то мне вытащить свой сейв? Вчерашнего, кстати, по-моему, никто не досмотрел до конца. Там, во время титров, был спойлер на будущее. Вот кто тут спрятался, а? За кепочками. Туся, какую у тебя кепочку? Давай, бородача. Опа. Йоу. Или давай вот так. Не, не хочешь? Ну, как хочешь. Кс-кс-кс-кс. Утю-тю-тю. Утю-пуська. Ну вот, началось. Ух, сидушка-то холодная, чувствую себя каким-то воробушком, курлык-курлык, спучился, сижу, жду, когда машина нагреется. Подогрев-то попа я включил, в принципе, нормально, но еще не нагрелась. Вот, еду, короче, до клиентов, потом встречаю Кента, они потом сразу собираются бухать там на квартире. Наверное, что-нибудь я поснимаю вам. Ну как так-то? Там вот ДТП, все их объезжают. Сейчас, короче, посмотрел. А у меня тут бензина меньше половины бака. Ну, вот это деление, оно на одно меньше показывает, чем по факту есть. Поеду чуть заправлюсь. Заехал на заправочку. У нас только на этой колонке с двух сторон есть сотый. Я лью сотый. Экономнее выходит. Заправился чуть-чуть, вы, конечно, можете со мной там поспорить, что второй может заливать, и у меня как бы машина там написано, что с 91 по 96, по-моему, можно заливать. Но, по сути, чем выше октановое число, тем лучше для машины, по сути. Как бы внетурбовый атмосферник пофиг, у меня турбовый, и там
тыч полторашечка, так сказать, накатан. Вот, и поэтому хуже мне явно не будет. Жду, когда меня там слева кто-нибудь пропустит. А еще взял себе сникерс. Сейчас буду ехать сникерс кушать. Ладно, я поехал. Был бы, кстати, 102-й или какой-нибудь там 105-й на заправках у нас, я бы, наверное, его заливал бы. Вот. У газа вроде как октановое число повыше, но газ немножко другое. Вот, я вообще считал, ну, 2-й и 5-й я сравнивал на еще давно, когда только за руль сел. На 5-м у меня экономия выходила со 100 километров. Около 2-3 рублей, по-моему, что-то такое было. На полный бак там выходило 150 рублей примерно разница, что-то около того. Вот. И как бы херня. Вот. С 100 и с 5-м я не сравнивал, но я думаю, там плюс-минус то же самое будет. По крайней мере, я заметил, что на 100-м мотор потише как будто работает, как будто меньше детонирует, меньше детонации какой-нибудь, что-то типа такого. В Ставрополе есть прикольная локация, там сверху я ехал, не успел камеру достать. Там красивый вид на загород, а здесь жилой комплекс шоколад, потому что он построен типа шоколадной плитки. Выехал, заехал на 10 минут, чуть денежку заработал, бензин плюс-минус окупил, даже плюс. Вот, еду встречать Николая, он уже написал, чтобы в город заехал, но похоже я в пробку становлюсь. Вот, и есть вероятность, что он меня будет ждать, а не я его. Короче, он меня будет встречать. Вот, ладно, поехал. И вот он, мой дружбанище. Ты меня снимаешь? Да садись уже. Чего садись, я еще даже дверь не успел открыть. Здравствуйте, фанат Манчестер Сити. Никто так не снимает уже давно, надо вертикально. Здорово. А кто сегодня будет пьяный? Да, я, конечно, в очко. Главное не упасть. У него там последний этаж, 24-й, по-моему. 24-й этаж? Да. Вот да, что, ну все нахер. Плохо, да. Вот. Ну, пакет. Алкоголики. Это еще только один. Я потом еще спущусь. Я себе сок взял. Николай, вы сладкий как мед. Подписчики. Здорово, мои подписчики. Как ваши дела? Как тут цивильно. Дом новый? Сколько дому лет? Два? Блин, у меня... Только он стоял, знаешь, сколько лет его? Стоял он долго, да. Очень много лет. И лампочки тут мерцают. По-моему, даже тут не квартира. Какие почтовые ящички. Мне 32 года. Да, пожалуйста, не надо этого выкладывать никуда. Все, он трусится, я ненавижу лифты. Вообще, мне страшно. Жилой комплекс.
бомбах называется мед, поэтому здесь, как видите, сотки. 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 Сколько у тебя соток? У меня 6 соток. Ну вот 6 соток отсюда его. Вот этаж. Я было не 24. Ой, я обманул вас. Не 24 было, а 16. Вот. Это последний этаж, 16. И 450 крошки, представляете? У него выключатель вместо звонка. Короче, я молодец. Забыл стики взять с машины. Иду обратно. Жду лифт. На 16 этаж он едет в вечность. Этот лифт побольше. Тут я могу руки вытянуть в разные стороны. Обзоры на лифты тут снимаю, а? Зато, блин, кстати, из-за того, что тут дерево, акустика нормальная, можно... Я тем временем я приехал. Я пошел туда. Ну, останавливайся. Капец, он еще не доехал. Доехал, все, я пошел. Очень медленный лифт. И очень высоко едет. FIFA, точнее FAC 24. Мне ничего не надо, погнали, выход на поле. Сейчас я своими курвами всех побежду. А подожди, я не женскую выиграл? А, мне пенальти забили только что. Первый тайм, 5-0, я проигрываю. И я почти выиграл. 6-0, Польша проиграла. Ваше здоровье. Самый новый сапог. Алкоголики, ваше здоровье. Ваше тоже. А что мне уже красно? Ну, ёлы-палы. Манчестер Сити проигрывает. 3-0. Это самая популярная жопастая вот эта вторая. Николай Всекнайс. Жопа, пиздец. С ней же есть этот прикол, когда баба типа мужу показывает. Бабы сошли, типа показывает, посмотри на этого типа футболистку. Он смотрит, где она прыгает, блин, так. И потом говорит, а какой у него номер был на спине? Вот так вот у меня прошло 9 декабря, встретил друга. Посидели с друзьями, друг остался у друзей вроде как с ночевкой, ну хотя вполне вероятно, что он ночью позвонит мне и скажет, Иван, можно я у тебя переночую? Такое бывало, не один раз, вот, ну все может быть. Я понял, что я в нардах чемпион, оказывается, неожиданно, хотя я слабо играю в нарды, но нет-нет, я выигрывал, нет-нет, я все выиграл, что можно было. Вот, в Mortal Kombat я разучился играть, а в FIFA я не умел играть. Вот, в общем, так я провел сегодняшний день. Вам желаю хорошего настроения, хорошего воскресенья, потому что вы это воскресенье смотрите, а у меня только суббота заканчивается. Завтра будет уже 10-й, можно сказать, юбилейный видеовлог, и завтра что-то будет. Ждите. Всем удачи, всем хорошего настроения, пока. Скелетон.